Итак, всем привет, с вами снова Жизуля. С нами сегодня в компании Валерий Яныч, главный администратор и руководитель проекта DT Team, а также дрон, ну, Андрюша. Поздоровайтесь, ребят. Привет. Добрый день. Добрый день, ночь на дворе, он добрый день. Ну ладно, так, сегодня мы играем в Origins мод. Добрый дядя Валера дал мне Steam-версию армы, так что будем покорять данный режим. Чё резко так, ребят, замолчали? Мы первый раз. Так, дрон, нам надо в камени. Ох, долго ж туда ехать. 5 километров. Заправку сейчас надо найти. Угу. А я нашел большую канистру, полную. Можно залить. Трактор. Так, так, так. Я вижу сарай, ребят. На этом холме. Ну, такой там... амбар, Валер, знаешь, двухэтажный? Да, да, да. Ты знаешь, где я нахожусь? Так, я в каменях. Да, бля, ну ты просто в Англии, я ж там заспавнился. Не, просто если вы забирать будете меня. Ну, мы тут нам... какая-то вот стоит амбар, короче, две скалы огромные. Да ты... И тут есть пересеченная местность, то есть дорога. Нам еще 5 километров ехать до тебя, чтобы ты если не расслабил. Если залить топливо, трактор, может быть, поедет. А нафиг нам трактор? Ну вон, Жизуля дадим. Я вижу город, ребят. Мы и так поедем. Я вижу город, вижу трубу там. Может, мне до туда добежать? Ну, бегай, бегай. Кто орёт? Блядь, ты че? Да как зомби заспавнились, давай орать, я тут чё-то кирпичей не наложил, бля. Ну да, они тут. Ебани дебилы. Вот это да, бля. Забегая в амбар, как они заорали, ты... Знаешь, вот 1, 2, 3, 4, 5, 6... А, 1, 2, 3, 4, так там, 5. 5 зомби, прикинь, заспавнился, сразу давай орать, бля. Угу. Ай, меня уебали. Ай, беги. Тут один... Блядь. Давай, давай, перевязывайся. А стрим это же, то есть онлайн пишется или... Ой-ой-ой, ты куда поехал? Чё? Ты у меня на поле к морю поехал. Не-не-не, дрон, все ништяк. Ты мне. Тут зомби все такие шаранутые, ну в плане спауна. Ну, не знаю. У кого как. Мне просто я что-то сейчас кирпичи серьезно не наложу. Главное, еще понял, забегай, они орут, и один зомби падает сверху, умирает прям передо мной, понял? Кирка. Я там покушался на тебя. Я не знаю для чего она, но у меня есть кирка. Канистры с бензином брать? Не, не надо. Да, бери. Ну или хочешь, бери как. Ты да в этих... она два слота... Ебать, тут чё, а DayZ взяты, да? Два слота занимает. Да. Ну тут не всегда все как из DayZ, но похоже, да. Так. Колесо 4 старая слота. Старая веревка, я не знаю для чего. Бери, бери, это потом тебе для... Так, когда... сейчас посмотрим машину. О, очень я нашел вроде двухстволку, ребят. О, впереди мотик. Так, там чё? Кирка. О, еще одна двухстволка. Надо туда подняться. О, отлично, блин. 5 человек на серии. Это первый раз я такую вижу цифру. Трое из них мы, да? Да. Это сейчас вообще наш весь сервак, блядь. Первый раз такую херню. Байера поехали лутать.
Да погоди, я сейчас тебе это, сейчас поеду, блядь. Сейчас заберем, да, заберем. Да, там рядом как раз Сайра, рядом с тобой. Ну. Мы 3 километра. Так. Тут если найдешь, короче, карту, у тебя это. Метки можно работают. Метки работают, понял? Это хорошо. Ну, типа, да. Ну, прицела, конечно, нету тут. У нубского. То он, по сути, как бы не нужен, если у тебя есть моторика, блядь. Нормально. Ну да. А если ты масленок, блядь, со слабой моторикой руки, то ты, ну, дрочи больше, будет моторик. Mm-hmm. Ладно, я побежал в город какой-то, ребят. Я не знаю, что за город. Ты не забывай про FPS. А я не вижу, сколько у меня FPS, я не знаю. А FPS фрапс. У меня фрапса нету, зачем он мне? Я же стрим. Говорю, какая была, не была бы у тебя рука, если плохой FPS, ей ничего не поможет. Не, ну FPS-то у меня нормальный, понимаешь? Тем более нынешние компы, я не думаю, что там, блядь, какие компы продают. Нет, тут карта более оптимизирована. А, кстати, Валер, что хотел тебя попросить, типа. Че? У тебя нету БПшника 500 ваттного? А-а, у нас максимально 450, по-моему. 450, бля. Даже 400. Сейчас, Левые есть, ну, которые? Ну, ты понял. Как понять левые? Ну, которые ты можешь взять, так скажем, без последствий для себя. Ну, я сейчас в другом пока месте работаю. Но я посмотрю. У меня 4... Один БПшник, вот хотя бы 450, ну, 400. Ну, да, есть у меня. Если получится, там я с тобой расплачусь, и мы там так, натурой. А как тебе, выслать или что? Ну, да. Блядь, на работе искал, блядь, 300, 350, блядь. У меня 450 есть, вроде валялся где-то. Надо посмотреть. Ну, если будет, потом так, как он, скажешь мне, договоримся с тобой. Окей. Да не, есть. Покупать новый, сам понимаешь, это, ну... А тебе куда, зачем? Да на втором компе конденсаты надулись. А. Ну он тоже как бы не... Они не потекли, но надули себя, понял? Так поменяй, перепаяй, чё. Да и да, ну зачем вот это вот? Я перепаял, блядь. Возня, я бы, не люблю. А сколько у тебя он на БПшник? О, 400 там. А, ну блядь. А, я добежал до какой-то, но это не город, это скорее всего какой-то. Да мы уже все уже рядом. Бавайра уже, кстати. Километр до тебя. Ну тут, короче, труба, стройка как вот возле Черногорска. Стройка. Да, я понял. Я знаю где. Сейчас приедем. И тут вроде ТЭЦ, как в электро. Ну, судя по трубе. А там хрен его знает. Вот в этом месте у меня всегда лагает почему-то. Тут меня сегодня и пришили. А, кстати, что-то я бегу, блядь, не осматриваюсь. Блин. Короче, бегу, судя по деревьям, на поляне яблони, что ли, хрен. Да ты будь там, короче, в этой деревне вообще будь. Ну а да, мы сейчас приедем. Есть. Это сначала ТЭЦ золота или что это, я сейчас ближе подбегу. Не знаю. А, это просто труба и возле нее ангар железный. Угу. Ну если что, короче, в стройке, скорее всего, будут сидеть, потому что там, ну, больше мест, где полутать можно. Да мы уже 700 метров. А вы на чем едете, чтобы я понял? Сейчас увидишь. На красной такой. Пожарная, что ли? Штуки. Ба, тут поле такое красивое прям. Такая трава по колено, знаешь. Ты первый раз, я так понял, на этом, на Ориджинсе, да? Ну нет, второй раз. Ну это было 2 года назад, но я там толком даже не играл. Ну где-то 3 часа от силы. Мы там какой-то, ну вертолеты летели, боты, как я помню. Они типа, кто-то их сбил. Мы, короче, побежали к ним. Пока бежали... А, я вас вижу. Бегу к вам. Там 2 масленка бежали, короче, у них были печенеги. Я их одного с топора шлепнул, второго с Макарова. В итоге забрал печенег, потом мы добежали до какого-то... Добежали до какого-то замка. Нет, это... Чучело, да? Ну, я тоже постоянно... Ну, я возле чучела пробежал. Я на 11. Я вижу. Я на тебя еду. Я на 11. Я уже увидел тебя, на 12 у меня. Опа, а что такое? Это бывает, херня. Ага, а ты у меня вон там, короче, ехал.
Так, заправить. А где сесть-то? С другой стороны, ты правильно был. А, вот, сесть. Ехали. Ну, а, Валер, мы с тобой этой же ездили, да, на моде? А, ну да. Ну, только тут она поблотнее, короче. Там уже вся, видишь, какая, а тут надо это, апгрейд, короче, делать. Ну, я понял, самому прокачивать. Mm-hmm. Поехали, да? Ты, типа, что, вы сами ее прокачивали? Я такая нулевая. Прокачивали. Она тут, поверь, просто... Гасичи, да. Бензин отдать самому, да, залить. У меня есть с собой канистра. Топливом. Кстати, ствол есть, да. Если ты хочешь, возьми. Ствол есть, а я не могу инвентарь открыть. А тут да, херня вот такая. Либо сводилу на эту пересаживайся, тогда только можно нажать. Но если ты там поедешь. А я открыл через карту. Войска, снаряжение. Как открыл? А, карту открываешь, там, короче, сейчас скажу, нажимаешь войска, вкладку, и там будет для снаряжения. Открываешь и все. Войска. Я так раньше такой баг был в DayZ, короче, в лобби, понял, других игроков можно лутать. Нихера, я и не знал. Раньше баг был в DayZ, говорю. Можно было в лобби, когда вот миссия запускается на сервере, можно было других игроков лутать. Mm-hmm. А что тут? МП5, да? Кто выпал? Дрон. Че выпал? А у него обрыв связи. А, все. Он стоит, блядь. Клиент тут респаунинг. На СКС нет патронов? Вроде бля нет. А, одна обойма. А сколько там патронов? Я пока выйду, гляну. 10, по-моему. Я пока выйду, гляну, что за ствол. А я пока заправлю это. Заправить канистру у меня есть? Ну, заправляй. Давай. Пиздец, конечно, мы тут вместе стоим. Такой, блядь, опасно. О! Мы тебя ждем. Вылетел вдруг, блядь. Вылетел я. Бля, СКС, конечно, ни о чем, бля. Это как инфилд. Так. Наверное, я возьму все-таки М-ку. Да. Так, я, наверное, посмотрю, что там творит. Может, я пешочком пока добегу? Да беги, беги. Давай, я пошел. Я хиппи. Кстати, черный, там... короче, ребят. Там в В3-ка стояла во дворах. Видели, нет? Где? Справа, да. Слева? Да, да, левее. Но а, она... вижу, она без колес передних. Да. И задних там, по-моему, одного или два колеса нет. Кстати, меня сейчас на стриме хреново слышно, потому что я дрова не переключил. Забыл. Теперь хорошо слышно. Так. Блин, можно пожарки сначала или сразу на аэро? Ладно, ну, интересно. Смотри, как тебе удобно. Тут магазин, пожарка как бы слева от меня. Я пока смотрю. Чем ты электро напомнила? О, вертолет летит. Блять. С машины выходите, а может бот. По-любому бот. Я под дверью лег. Ой, под дверью, под деревом. Апач? Или что это? Нет, это Ми-24. Он вообще сразу уничтожает машину. Прям... И что, это они тебя тут патрулируют, что ли? Да. Сядешь, останешься в машине, он тебя уничтожит. Машину. А я сейчас... Не стреляй, не вздумай, он будет за тобой охотиться. Ну, ясно дело, что стрелять. Я еще дурак, что ли, с М-ку, да, две обоймы стрелять, блядь. В Ми-24. Ладно, короче, я на картонах пошу. Бля, зомби тут пиздец, конечно, ребят. Да, зомби много тут накрутили, нафига их. А эти, блядь, здания они не добавили, да, лутабельные, новые? Угу. Тут, короче, ребят, какая-то тачка стоит без колес. Я даже не знаю, как эту тачку назвать. Что-то типа, короче, блядь. Подойди к ней, да посмотри, как называется. Так, кобра, без патронов, не буду брать. Я пару обоим могу одолжить. У меня даже портфеля нет. Открыть жестянки. О! Нашел что-то. УЗИ. Угу.
Слушай, а прикольно. Прикольно, что они сделали. Открыл инвентарь, нажал, блядь, кнопочку, у тебя стволы сменились. Угу, я тебе говорю, что удобно. Пять колес, офигеть. Да, нам сейчас не надо просирать. Так. О, две баночки Пепси. Хорошо. Блин. А ПССД. Ну, возьму. Бери это, оно бесшумно, короче. О, еще лежит. Блин, конечно, спам лупит. Магазин АКМ возьму, наверное. На всякий случай, М1911 возьму. Так, сейчас, секунду. Еще лежит. Спам лупит, хреновый. Ну не спан лут, а в плане координаты в текстурках, понял? Ну они там, да, у них, они и то правили, у них раньше еще хуже было. Там вообще в воздухе висели. АК-74 возьму лишь обойму от него. Так, а сейчас в одном месте у них может по 4 быть. Ну, разнообразного лута. 4, то есть вещи может в одном месте. Точки спауна заспавнится. На кого зомби загрелся? Я не знаю. Только не говорите, что на меня. Ты на, вот на бегаешь, меня. Где бараки, да, вот эти. Да, там я бегаю. В самих бараках. Угу. Ну ладно, окей. Я сейчас его с этого. Ни хрена, 20 патронов в Макарове. О, а он не стал забегать в здание. Ну-ка сюда иди. На. Ничего себе, они тут звуки тоже заменили, да? Угу. Я мешки с песком не буду брать, ребят. Не бери. Стой, возьми, можешь тут схроны можно делать? Или нельзя? СА-58П, патронов дрон. Нету. Дрон у меня появился. Есть обойму на АК. На КМ. А, к СА-58 подходит же, да, КМовский? Да. Я тогда выкину... сейчас скажу, что я выкину. Я выкину УЗИ МП-2. С сейчас одной обоймой возьму СА-58. Вот боли утоляющих есть. Так оно мощнее. Да, кстати, слышь, что возьми там в эти пули утоляющие. Дрон, это. Ну я ищу, ребят. У тебя есть топор? У меня. Да. У дрона, у дрона. Наруби дров. Ребят, нашел аймпоинт с одной обоймой. И пожарим мясо. Ребят. Бери, бери. Бери. А что выкинуть? М-ку или СА-58? Я думаю, М-ку. Ну, на М-ку две обоймы, да. На СА-58 одну. Ну, хочешь, я подъехать могу тебе. Дрон, забери мясо, я подъеду, сейчас выложишь. Где ты там находишься конкретно? Скажи. Короче, эти казармы знаешь тут, да? Угу. Самая правая, короче, дальняя казарма, вот в этом, как бы, прямоугольнике, да? В этом квадрате. Мясо сейчас, подожди, подъеду, мясо он заберет. Сейчас, не, Валер, я это выложу, у меня нет спичек. Ну я тебе дам спички. Мне это сейчас идти надо. Куда? Я же говорил то, что сейчас ухожу. Ну ладно. Я сейчас спрячусь. В принципе, я зайду, буду кемпирить аэро. Окей, все. Ты надолго? Ну сегодня уже не зайду. А, не зайдешь? Сегодня нет. Все, я подъезжаю к тебе. Я прям у входа в казарму сижу. Видишь меня? На час. Ага. Заходи вот в эту вот прям казармину. Да зачем? А чё там конкретно? Аймпоинт лежит. А, окей. Я сейчас патроны скину. Ну, ненужные, короче, понял? Угу. Ты стрелял? Да.
Я дальше пошел. Иду в диспетчерскую. Давай, давай. В полный рост. Потому что зомби я вообще не вижу. А Влад куда пропал опять? Дрон? Влад, Мавик. А, я тут. А, ты тут? Ты что, купил? Я не купил, я с малым вожусь. С каким малым? Я исключаю этот Влад. Вещание, понял? Стрим. Я понял, да. Всем привет. Да я сидел, слушал вас, просто микрофон не включал. Нет, ты скажи, так прикольный, вот такой, знаешь, это, ну, лут новый. Да я знаю, я бегал на Тавиане, я в Origin сыграл. Это как те же ощущения у меня сейчас, когда я зашел на мод наш, который был, ДТ мод. Нет. Что-то новенькое, знаешь, в плане, ну, лута. Домик Валеры не строили еще? Конечно, моя мечта, знаешь, будет, думаю, моя игра будет закончена, когда я налетаюсь на, как он? На самодельном? Да, ну, который, что, знаешь, как она называется? Кузов от Урала, я не помню. Не база, ну, вертолет. Да, я понял. Воздушная база, типа. Ну да. Четырехвинтовой, да. Ты играешь? Да. Так, ладно, всем удачи. Давайте, до завтра. Давай, пока, дрон. Давай, счастливо. Что, ты один играешь? Нет. Серега. Серега. Валер, подбегай к первому ангару, короче. Давай. В диспетчерской ничего не было. Угу. Там вроде взял только. Я тебя вижу. А, не, ничего не брал. Там дымовая граната, какая-то хрень, короче. Вы, Валера, домик не начали строить? Да не, да тут, знаешь, такой сервер, блин, постоянно. То сливаемся, то еще что-нибудь. Как-то все сложности тут. Сложно хардкорно выживать. Я знаю. После эпочек сложновато маленько. Ну, эпоч там вообще как нифиг делать играть. На да, эпоч 5 брать патроны? Тех ёбаешь. Не, не бери. Не профессионалы, всех там ёбаешь. Тут что-то сложно. Мельница. Непривычно просто пока. Да. Карта маленько еще другая, видишь, ничего не будет. Привыкнуть надо. Не бесит тут... то, что мы по ним дорогам ездим. Она еще, видишь, ПВПшная такая карта, блин. Вот. А тут в большей степени равнины какие-то. Да, равнины много, и видишь, на самом деле... Тихо, вот карта тихо. Интересная. Карта, тихо. Да, интересная. Что такое? Да, не знаю, послышался ли зомби на кого-то заагрелся, но не на меня. Что-то мы сегодня даже... Очень странно, мы даже машину сегодня не видим. Я нашел рюкзак! Правда, простенький, ассалт-пак. Но это лучше, чем ничего. Так-то да. Блин, он с той горы прям, но за тем камнем вообще охеренно кемперить. Ну, я думаю, ты не один тут. Меня как-то тут пытались убить. Валера. О, а я хеликраш вижу, слышь, чё? Поехал-ка я на хеликраш. Ты с арбом недавно пришёл, давайте. Слышь, Валера, а те миски, которые ты мне скилл, ты себе оставил? Так, еще раз. Миссии те, что ты мне скидывал, ставил себе? Так они стоят, ничего. Ну там просто с конвоем проблемы, там лута, блин, коробка, она рандомный лут там спавнится. Пустая, да? Нет, не пустая, там рандомный лут. Вот ребята пошли, там две пилы упало. И мы находили две пилы. Да, было такое. Да, вот. Там как коробка у меня. Нашел, короче, Валера, охотничий нож, 2 станага и 35 раунд с ППС МАК. Не знаю, что это такое, но я знал. Это, ну, такое оружие. К нему. Ну, я понял, блин, что это. Не, ну я точно не знаю, как оно называется. Я, видишь, сам тут второй или третий день. Магазин ПМ, звуковые. Интересно, они к моему подойдут? Ну-ка. Саня, прикинь, после рестарта, ты же все зеленое, да, было? Я зашел, и вот этот вот, ну... Как она называется? Пожарка, она, короче, вся желто-оранжевая какая-то. Ребят, но я тут что, я так понимаю, на аэрозомби вообще не существует? Почему? Тут зомби полно может быть. Во,
Вот теперь я вот впервые дошел до последнего ангара и вижу три зомби за все аэро. Ребят, вы мне скажите, вы на каком аэро? На Ярославле. Ах вы, молодцы-то какие. Ко мне новые претензии, я почти, можно сказать, сюда сам добежал. Ну да. Он в каменях заспаунился. Че пустой? Я доберусь до вас, что вы думаете? Хоть мне и 8 километров, но я доберусь до вас, до Москвы. Саперскую лопатку нашел. А вот они и зомбачки наши. Ну тебя не доберусь до вас, да? Вы так думаете, да? Еще такой же рюкзак, как у меня. Всего лишь 8 километров. Пешком можно добраться. За часик это полтора. Вот это я чуть кирпичи не наложил, бля. Короче, на водной бочке. Почему не наложил? Бомб построили. Короче, на какой-то, ну, такой цилиндрообразной херне, якобы, ну, которая, так понимаю, вода содержится. Заспавнился зомби и стоит на месте, блядь. Я подумал, какой-то кемпер сидит, блядь. А у него в спине топор, я не понял, что за хуйня. Я тебе еще хочу сказать, тут в городах бывает. На больших высотках заспавниваются зомби. А, ну это у нас и на моде было. Это вообще, блядь, просто было. Так, о, я все ангары залутал, я не вижу смысла туда дальше бежать. Саня, я МК-мод нашел. Что нашел? МК-мод. МК-48. Да. Угу. А сколько обоймы там нет? Одна обойма. На хелике, кстати. Посовец. Ну да, ничего так. Но я все равно круче. О, броник нашел, прикинь. Бронежилет. Ты мне нашел бронежилет? Офигеть. Ребят, за мной сварщик бежит. А как его одевать? И он почему-то в елках не застревает, тварь. Кермит пластина. Прикиньте, что такое кермит пластина, вообще не знаю даже. Да, я видел в последнем патче. Не, предпоследним даже, походу. Моды добавили. И что это? И что с ней делать? Одеваешь на себя. У меня зависло. А, во, отвисло. Правая кнопка мыши попробовали просто на инвентарь. А, во-во-во. 4 кермит пластины вмещает. Прикинь. Он ну, в не... рюкзаке, да? Здесь вот. Ну да, она, короче, одевается. Там слот. Ну я 2 только одел. Можно 4. Прикольно, слушай. Нам было на лабораторию не ходили. Да ну ты чё там? Но мы еще пока не готовы. Да там в принципе. Мы еще не нашли этот М1119. Ой, М1911 у нас только Макар. Без него нельзя. Да. Сколько ему? Валерка, пожарку не лутал? Че? Пожарку. Нет, я сразу на хелик поехал. Я на пожарку побежал, короче. Опа. Что тут есть, ну. Лут в воздухе. Нормально. Магазин М9. Одну возьму. Так, мешки с песком, бля, брать, не брать. Ну возьму, ладно. Говорили. 3 килограмма, ёпта. Хорошо, рюкзак есть. Тебе, кстати, Валер, рюкзак не нужен? Он в одном ангаре. Нет, у меня чешский. Да ты, я смотрю, вообще масленок, да, там донатер, бля, вообще там. Так а чешки тут найти вообще изи. Тут вот койот посложнее. Просто, знаешь, камеру резко повернул, а пробегал возле скалы такой маленький. И мне машинально показалось, что это какаха. Тут да, мне, кстати, тоже они мерещатся. А, вон к какому-то крашу поехал, вижу. Видел, на горе он дымится. Да, да, да. Кстати, неплохой краш. МК-48. Ну я в ту сторону не смотрел, поэтому его не видел. Теперь меня не так просто убить. Только если в башку, конечно. Зафинтилят. Вмещает 4 кермит пластины. О, Саня. Ты вылетел? Судя по звуку скайпа нынешнего, да. Видимо, да. Да такой же рюкзак. Что происходит? Чё?
Ты вылетел вроде. Ты вылетел? Обрыв связи у тебя. Ну что ты там, залутался? Ну, пожарка лутает, пока ничего съедобного. Вообще ничего. Ты обратно уже побежал? Да, я уже обратно. А что там ангары и все, больше там ничего нет. Ну. Да. Я так понимаю, здесь спам лута в пожарках такой же, как в Дейзи, да? Не как в Епочи. А Дейзи это не Епочи? Ну, я имею в виду, понимаешь, пожарки там, то есть в коробках, на полочках лут спавнится, а тут ни хрена. Так, сейчас я в паб забегу. Так, Валера, я... ориентир, короче, пожарка. Я к тебе еду, я давай, уже вот-вот. Я сейчас в паб просто забегу. Угу. Он прям рядом, через дорогу. От пожарки. Может, я чем пожрать найду. Видимо, нашел. Батарейка, ага, пожрать, блядь. Не знаю, для бери, чего она, но бери я батарейка, это нет. Потом. Съешь батарейку. Замок. Замок, да, пустая. Возьмем. Я тебя слышу, сейчас я быстренько паб золото. Так, М1911. У кого будильник на пи-пи-пи? Термометр. Что, простите? Градусник, короче. Градусник. Ну, а, рюкзак Чехия, он больше, чем Assault? А я не знаю, кстати, посмотри там. Он с видом маленький, блядь. Ну ты посмотри по этим, открыть там же... 6 слотов, да пошел ты. А, Чехия-то? Не, Чехия-то не то, я думал Чех. Там же этот какой-то супер рюкзачок есть. О, две баночки еды, у меня как раз две баночки воды. Ты давай быстрее. Все, компас, ой, часы беру и спускаюсь. Тут, тут такое место опасное. Ну я все понимаю, сейчас я тебя прихлопну, я уеду. Тут еще видишь, что тут это... На, могут боты где-нибудь засесть из ДШКМ. У меня вчера с ДШКМ шлепнули. Боты, прикинь. Ну так тебе надо, масло. Что будет с мотоциклом? Поехали, шеф. Если я вылечу, ребят. С мотоциклом, что ли? Убьешься, что? Не, я вам так напал. На брыку. Откатит. Так, я вот хочу в такое место. Его или меня? Съездить. Что в опасно. В очень опасное место хочу съездить. На сектор? Нет, где три барака. А, 7 километров. Три барака. Дикер. Дикер. Вулкан. У тебя что, брат? Брат или да. Кто? Да. Блин, как вспомнить, с ребенком маленьким водишься, это вообще жесть, блин. Ну, когда мелкий, для братишка был, ебать, такой крики, ой, блин. Шеф, куда мы едем? Слышь, что? Вылазим. Что такое? Вертолет, вертолет. Он нас расхерачит, если увидит. Ребят, вы потом за мной. А ты где? Ах, ему знает. Посмотрим. Я же вам кому-то рассказывал. На аэро. На полосе. Сажусь. Тихо. Не вздумай. Над полосой летит, над нами. Пролетел спереди. По нашему маршруту. Над дорогой. Все. Нам бы пиздец был, короче. Тихо. Если... Все, ушел. Просто звук такой глухой был, как будто разворачивается. Он сейчас туда на лепесток полетел. А он по так. Кругу, да, так понимаю? Саня, мы тебе где оставили? Вспоминай. Мне надо забрать сейчас тоже где. Не случаем не в лепестке? Mm-mm. А где? В Севастополь? Мартин. Я ищу сейчас где я. А еще я хочу вертолет. Ну тут. Пойти дальше. Поискать. Опа, стой, тачка слева. Какая желтая, что ли? Mm-hmm. Она не текстурная. Mm-hmm. Нет, конечно. Ну поехали. Просто яркая. Ну.
Хочу вас огорчить, но это текстура. Аэропорт так близко, прям проезжая часть. Угу. Что не есть отдельно, реально. О, давай заправимся справа, заправка. А, я заправился. А, ты заправился? А там есть? А, канистра, да? Ну, канистра у нас есть. Давай. Одна моя, которая осталась. Не знаю, там еще у вас были, не были, но я должна быть. А, ребят, вы знаете где? А вон и тачка. Примерно дал, но голос. Это справа. Справа. Вы эту тачку как, отжали или нашли? Не понял. Дал, куда пропало? Кто? А, бочки, нету бочки, но... А ты этих не заправишься? Нет. Он взорвался мотоцикл, я его вижу. Тут нету бочки, короче. Ну, поехали. Нашли этот, давай. Так, где ты сказал? Талмогорск, это справа, от карты. Вы тачку, ребят, нашли или отжали? Отжали. Ой, нашли. Не апгрейдили. 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 Да. На ходу мне надо найти вертолет, бля. Надо молиться, чтобы он был на ходу, ребята. Слышишь, если мне память не изменяет, чертежи вертолета аж на секторе, да? А, да, а я не знаю, тут еще какие-то лаборатории. Ребят, я еду к вам на встречу, походу. Ну, на лаборатории тоже есть, я знаю. Я вообще не в курсе. Второй, третий, второй, третий уровень дома, я точно знаю, что... Поскольку? Нет, Авиана прекрасная карта. ВП-шная, но она не доработанная, конечно, все же. Зомби, да, классно. Зомби, ты вообще идиот. Не скажи. Я когда впервые сейчас вот зашел, забегаю в ангар, знаешь, и пять зомби спавнится, и давай орать, блядь, что-то им печенье наложим. И в этот же момент один зомби сверху падает на меня, умирает. Это я реально как печенье. Саня, мы в лепесток едем. Мы уже в лепестке. Потом куда? Я хочу доехать до этой. Ахта? До барак, до бараков. А где они? Ну, они между где-то там Молотовск или как-то так. И? Вот я еду туда, чё. В Молотовск едешь? Ну, там рядом есть такая. Где? Тебе потом попозже скажу. Я сейчас не могу, что за рулём. Не до Молотовска, 7-6 км. А вон там он видел ерунда слева. С ПКТ. Газелька. У меня одного здесь подлагивает? Да, тут подлагивает в этом месте. Видишь, ну, понастроено всякой ерундой. А я из этих лагов не. Кого? Шифта прижимаю. О, открылся. А мышки нет, а вот. Че, вам еще далеко? Мы в лепестке. Что вы там делаете? Катаемся. Выезжай нахрен из этого города, тут лаги вообще ужас. Так я дорогу ищу, как выехать. Ёба, а вот тут я мастер. Я так понимаю, тут хедшоты на зомби не считает, да? Не. А может, я фиг знаю. Ну, я троих зомби хедшот дал, да, а у меня просто три зомби, то есть хедшоты не засчитаны. Ребята, я на Яве. Поздравляем вас. На Яву тоже курс сделал. Фига тут кучки, бля. Странно, что тут нет мотоциклов с люлькой.
Напиши на форуме. Скажите, хочу с люлькой мотоцикл. Они, может, подумают там. Скажут, а чё бы нет. Хочу BMW X5 еще. Но это, боюсь, будет, как сказать, уже не та атмосфера. Все-таки тут, видишь, время тут. Ты сам в реале видел? Постсоветская или как там, я не знаю. Ура, из города выехал. Сколько вам еще? До 3 километра я еду до того места. Давайте быстрее. А ты чё? Я уже 6 километров. Ты сейчас на гудок нажал. Я уже летел 5 километров. Сейчас это не гудок. Только что проиграл. Это не гудок, это микро. Вот. Ну ты смотри, Вова, это вдруг что перепутал. Мне показалось, что я... Думаешь, рашить придется. Нам вот эту гору, конечно, надо как-то объединить. Так. Знаете где? Да, мы сейчас возле Итановска. Тип пишет в стиме, я типа хочу тебя к тебе присоединиться, пишет Север не найден. Уже хотят его. Говорит, я увидел, ты в стриме, что ты играешь, ибо. В Origins, ибо. Чип Дейс, ибо. А что за стрим? Ну, я стрим, да. Он пишет... Я хочу к тебе присоединиться, у меня тоже есть Arma 2, а пишет Север не найден. Я пишу, мы играем в Origins, типа, Team, там все дела, на нашем сайте можешь скачать мод. Видишь, Валер, а ты говорил, зря, пустая трата времени. А можешь стрим скинуть? Добавь меня в Steam, я тебя авторизую, дабы я не сворачивал. Мне нужно это. Я и так в городе сейчас в лаге. Сейчас все. Охренена, дорога заканчивается вообще как угу. В лес такая. Ну мы, наверное, поедем по лесу, безопаснее будет. Пожалуй. Скинь мне свой этот котик, чтобы тебя добавить. Ева пробел фигью. Ева? Ева Польна. Смотри в чате, дойди, короче. Ева. Тире? Ева фиг. Нет. Ева тире, что дальше? Ева пробел FIQ, а не тире. Ну фиг, фиг. Фиг, бля. FIQ. Да, FIQ. Можешь написать? Так я в игре написал, смотри чат. Еще раз. Нажми, открой чат и Page Up нажми. Не понял. Ну ты что, не умеешь писать, что ли? Фэ, английская, ай, как палка, сверху точка, ику. Вообще еще раз. Что непонятного-то? Еще раз написать, что ли? Да. Вот ты инвалид. Я не вижу. Я вижу церковь. Золотые купола, ветер север. Да-да-да. Да, помастерил. 2 километра нам что осталось. Что ты там помастерил? Ручкой своей помастерил? Да, у меня самая быстрая рука. Знакомая местность, знаешь, вот эта местность напоминает тех маслят, которых я стопора еще в Ориджине. Mm-hmm. То есть мы также там мы бежали в воде, там типа вертолет разбился, ну, воды, короче, упали. Масленок пришло?
короче, пошли к вертолету. Я не понял, я тебя авторизовал, но я тебя не вижу. Так понял. Алекс Паршики. А что за херня? Шифтап скрывается. А, вот видно. Так, отправить сообщение. Сиди сообщение. Ба, вот это лагерь, что началось, я не понимаю вообще. Ты там что-то про что стримил? А ты что, не в Ютубе? Здрасте, приехали. Какой-то Это все твои стримы, да? В смысле все мои стримы? Снизу, которые там? Ну, че там? Снизу, да, типа хайлайтед. Там хайлайтед совсем другое означает. Про сам. Кафедральный собор. Вот это ладно, твою. Не, у меня нормально. Пес. У меня из-за чего-то просело, я не знаю из-за чего. Ты, видимо, что-то открыл. Да я часто сворачиваю игру, наверное, из-за этого. А, тут же минус флуш работает. Не, не работает? А, во, работает. Мелкий спит, а я что-то ору. Вы где? Зачем? Мы? Так. Я сейчас в Мартине. Даже, наверное, уже не в Мартине. Ну да, в Мартине, скорее всего. В Мартине. Но мы едем в то место, вот, где бараки. А я знаю, где бараки? Ба, сейчас скажу я тебе координаты. 164, 107. Круто. У меня черный экран моргает. А, во, пошла загрузка. Значит, мы сейчас по моей дороге поедем. Ох, вот это крути, брат. Или нет? Я же из Мартина вышел, ебаный нос. Я будто в Майнкрафт играю, знаешь, одни пиксели. Да, флуш команда в Ориджине — это говно. Только хуже стало. Надо мне, так понимаю, перезайти. Если сейчас деревья не прогрузят. Ну, просто знаешь, такие деревья... Ох, ебать. Меня выкинуло или что сейчас было? Нет. У меня что-то тип снаружи появляется, обратно в машину садится. Опять я снаружи. Да потому что ты лошара. Опять в машине, опять в машине. Нет, опять вышел. Вот сейчас вышел. Да у тебя, опять, видимо, что-то лагает. Опять вышел. Опять в машине. Ты беги, короче, налево. Опять, о, или вышел. Направо. Опять в машине, опять слышишь? Вышел. Опять в машине, опять вышел. Направо беги. Да куда направо? Погоди, тут меня туда сюда кидает. Ну я тогда сам побегу. Ох, вы куда, ты... к баракам побежали? Да, я побегу к баракам. Вам далеко? Нет. 200 метров. Кто тебя свалил? Сам. Знаешь, где я, Валер? Ау. Возле церкви. Короче, я в Мартине. Чё из Мартина выезжал. Меня сюда каким-то образом выкинуло. Ничего. Куда мне надо бежать? Я вижу главный вход церквушки. Я ж подъеду. Нахрен. Вот это баг, ебать. Вообще жесть. Еще не знаю, что такое баг. Понял. Я прям у главного входа этой церкви. О, я сам тебя вижу. Ты чуть-чуть не доехал. Можешь мой лут взять? О, тут мотоцикл стоит, Иван. Подавись, уебаный.
Сейчас я заберу Еву Польну. Мне куда ехать-то? На какую сторону? Слышишь меня? Меня заберешь? А? Вертолет, да? Слышь. Вертолет полетел. Твою дивизию, а? Я подъехал к этому. Я у главного входа церкви. Ну, выбегай, беги сбоку. Какого боку? Где трасса? Где трасса? Ну ты прям вообще прям. Чё? Без ножа режешь. Я чё, не в той церкви? Какая нахрен трасса, блин? Ты вообще где тогда? Я в церкви подъехал. Не знаю, только что вертолет пролетел. Ну, и я у церкви. Я у церкви. Ну, сейчас я к другому боку пробегу. Ты меня слышишь? Нет. Я сигнал. Тут странная дорога какая-то возле церкви. Сбоку. Гора. Ты походу у другу. Че, реально не слышишь? Не. Блин, видимо, значит, ты где-то дальше. Нифига тут тебя откатило, походу. Блин. Да ж тебя откатило. А, вот, ты у кафедрального собора. Да, колокола бьют. Да-да-да, я еду. Я просто не у той церквушки подъехал. Вот. Теперь тебя вижу и слышу. Да-да, я тебя тоже. Мотик какой-то нашел тут. Он убитый, правда? Поехали. Сейчас засанем. Трупом сейчас. За мной не надо. За Саниным трупом. Заберем, что у него там есть. Интересный набор масленка, там все дела. А я вон, видишь, вдалеке церковь туда подъезжал. Сейчас буду, видишь. Кто-то вылетел в скайпе. Блин, мы выезжаем в город, это вообще жесть. А, понял, какая-то. Мне показалось верт. Да не, они кругом летают. Да не, ну, что-то там непонятно как. Вон он, видишь, тут прямо уже там наложилось всякой фигни. А что, типа лук выкидывается, что ли? Да. Ну, он сначала... О, у него тут этот еще. Собирай там, что тебе надо. Перекладывай. Рюкзак возьму, что. Ну, ты рюкзак тогда выложи сюда. Куда? Затуши этот. Ну куда, в машину? У нас же машина рядом. Можешь все переложить. Может, на мотике поехать? Как хочешь. Ну, фиг знает. Так, у него там, посмотрим, этот есть. О, МКМ. ДМР, ё-ма. Миссия опасности. Угу. Супер. Пожалуй, ПДВ возьмем.
Ты обойму ДМР брал? Нет. Ты рюкзак взял, что ли? Нет, ничего я не брал. Тут рюкзак лежал, где он? Без понятия. Ну, чех тут лежал, там он исчез. Фиг знает, может, забаговался. Возьми пулемет. Бывает, может, забагуется, может, появится. Сейчас, жди. Install locker. Я могу замок какой-то установить, слышишь? Это на машину, да, там. Но это надо тут не так просто его установить. А я вижу вон рюкзак. Все, я еще не развернул. Прям на кресте как бы лежит. Он, видишь, за какой-то, видимо, этой. Забаговался. Ну, видимо, ты перезашел. Ну, подошел и он. Да, да, скорее всего. Сань, ты где за магазин ПМ, кирку, охотничий нос, пистолет Макарова, фонарик я не беру, ходить, правильно? Ребят. Возьми че. Все брать? Да. Ну, а что ты играть? Ну, не знаю, мне надоело. Макаров и фонарик я не буду брать. Поехали. Поехали. Ты что-то не едешь. Ну ты езжай, я за тобой, я не знаю, куда ехать. Закрыто, знаешь, никого нет. Да вот так куда ты побежал. Ага, хрен, баг, блядь. А во, блин. Тоже баг? Ну, что-то неудобно. Блядь. Так, я, пожалуй, выложу. Что ты тут? Все перекрыто, блин. Надо с той стороны. Поеду туда, с той стороны. Стой, стой, стой. Я из рюкзака МК скину в эту машину. А че у меня, кстати, слоты не отображаются в машине? Они в другом месте. Да, ну-ка. Ну вот, короче, когда же. Ну где, блядь, снаряжение? Вот, они прям над твоим этим. Вот где инвентарем. А, 8, так, 89 это обычные, да? Да, да. Угу. 7 это что? 7 я ничего. Ага, из стволы. Да. 9 это рюкзаки. Понял. Сейчас возьму-ка я пулемет. Я с ДМР-кой. Буду с пулемета херачить. А, нашел лазейку, да? Угу. Шо, я надо над базы пробирался, блин, на нафиг втором. Че там за донат база? Это говно, честное слово. На чернорусский не донат базе, а на. На втором, на обычную базу. Так, побежали. Короче, я в первую, ты в дальнюю. На тебя загрелись двое. Да пусть я их сейчас пулемет расхерачу. О, нифига. Вот это. Меня не стреляй, не стреляй, не стреляй. Вот все, можешь стрелять.
Да вы чё, урода? Сколько вас тут? Бинтики нашел, ура! Пиндос тут стволов. Да ну нафиг! Да как вы проходите-то? Да... Зараза! Тебе больно? Да не то слово. Че, все, сдохли все? Отлично. Опа-на. Койот хочу взять, а никак не получается. Две пачки антибиотиков. Надо чешский. Не, у меня, я взял уже. Так, станок. АКМ. Фонарик. Магазин. Давно. Так, мне нужно попить. Короче, АКМ и ЦЦО я нашел. Собственно, ничего такого. Ну, у меня тоже М4, А30 ЦЦО. Ну, я ту емку выкинул, эту взял. Чё ты там все посмотрел, ничего нету хорошего? Ну так, по мелочи, знаешь, еда, там, медикаменты. Ну такое, в общем. Угу. Ничего такого сверхъестественного, так скажем. Я так понимаю, мы с тобой вдвоём, что ли, остались, или что? Что-то молчат, блядь. СА-58П нашел с одной обоймой. Походу, да, вдвоем. А куда Влад пропал? Тут такой фишки, как вепоча, нету, там отошел, переспаунился. Или есть? Не, ну вряд ли. Ну зомби, блин, тут видел, как спаунится. Что грязи. По-идиотски, честно говоря. Угу. Да они, видимо, накрутили много зомби. Ну, кастом поставили. То есть в одном... В одном здании сразу появляется, допустим, 4. Такие вот дела. Куда? По дороге? Да я фиг знает куда. Поехали по дороге, там недавно с дороги вынесли. По той дорожке вы пошли. Или хорошо бы поискать бы. А где мы там? Ну да. Снес, да? Да, второй раз. Ладно.
давай. Что за херня? А, это пеньки такие. Какой-то город перед нами. Что-то ускакал прям. Я бы, знаешь, я бы по горам поездил с удовольствием. А вось вертолет повезет. А вось что? Вертолет найду. Это обычно на открытом месте. Нет, тут видишь, что? На полях навряд ли попадется, потому что их уже много. Но вертолет надо собирать. Там они не целы. Всякие крутые? Конечно. Тут вся техника почти дико убитая. Да, я поеду. Пойду заправлюсь, пожалуй. Это текстурка, что стоит? Да. Так. Выложим. Да, выложим. Да, бегу по асфальту, а звук травы. Косяку. Зомби бежит на тебя, бля, сейчас. Пошел он в жопу, этот зомби. Да все, я заправился. Поехали. Куда? Дальше по дороге? Ну да, наверное, поехали, посмотрим что-то. Ты так понимаешь, для вокзала? Угу. Нам надо как-то на тот берег переехать. Сильно не гони, пипец, мы сюда это меня. То есть меня будут заткнуть. Я даже без ускорения еду. Так вот текстурка не ломится. Это, видимо, он-то послабее будет моего. Ну, на этом стоит i5, 4 гига. У меня и третья 4 гига. И вообще нормально. 35 сейчас сколько. Нет, у меня нормально, я не знаю, потому что может на ВКНА. У меня в принципе Google Chrome вкладок не так. А, ну так ты закрой, конечно. Это из-за... Я не знаю, я никогда не скрываю. Но это из-за него. О, тачка, ну господи. Да? Не, мне не тачка, мне корова больше интересна. Давай, это тачка или. А тачка с какой-то херней на крыше. Какие-то ящики, колеса, колесо. А, да это фигня, баги. Слышь? Называется. Чё? Не ездить можно. Можно. Кажется, всё красное, но если её починить, ибо. Можно, колес конечно. Вообще нету, бензина нету. Ну, блядь, смотрится, конечно. Короче, что-то тут баг нафиг с этими, с коровами. Не появляется этот снаряжение. Да, что взять. Можешь подъехать ко мне, может у тебя появится. Он видел я, да. Да. У нас есть чем починить тачку? Зачем она тебе? Ну, лучше, чем мотик всякого лучше. Да пока езди, там лучше машины есть. А если мотик разобрать можно? Нет. Наверное. Сейчас посмотрю, что у тебя там. Спрятать нет. Тело, обследовать тело. Снаряжения нету, да? Нету. Че за говно? А может быть на ножик правую кнопку мышь? Не, нихуя. Ой, ножик скинул, блядь. Не, да забей. Это баг какой-то. Блядь. Просто на задачке удобнее управление, чем на
Ивана там? Да там есть машины, я тебе говорю лучше. Сколько ты разгоняешься на нем? Ну, предела нет так. У мотиков нету в арме предела. То есть можно двигатель выключить, и у тебя будет сам катиться. С такой же скоростью. Допустим, с горы ты можешь набрать 150, и ты можешь ехать со скоростью 150. То есть пока ты сам не сбросишь скорость. Ну, или пока ты не выйдешь там на горку. То есть пока тебя принужденно не будет достаточно. Вышли к берегу, и тут стоит пикап без двух колес. Будем чуть-чуть. И в ватерье стоит он. Без трех. Без двух колес. Опа, ну, я стопа. Тебе скажу так. Стой. Че? Да верт. Ой, надо выйти. На корабли, блядь, эсминец стоит. Ну, не знаю, хочешь, чини. Там, в принципе, все есть. Колес. Зомбака надо убить. Колес 5 штук аж. Ну, давай я сейчас с этого сниму, с мотика. Ага, хренушки, да? Не снять. Не-не-не, там только синий, когда появляется надпись, тогда только можешь снять. А так, фигу дрыгу. А как ее синюю сделать? Сколько никак. Должна быть? Ну, почти целая должна быть. По-моему, не меньше, 90, что ли. Я точно не знаю. Ну, не скажу так, что желтый 93%. Да не снимешь ты их, короче, забей. Если ну, синим, то можно снять. Ну, на пикапе все красное. Все, кроме двигателя. Двигатель оранжевый. Ну, чё? Ну ладно, поехали, на мотике поеду. А, не хотя что сейчас, давай трезво бегу. Ну там очень много надо. Ну я понимаю, может быть лут есть, мало ли. Не, мы смотрели, нет там лут. Мы тут были уже. Шоу нахрен, зомбак. Так, по этой дороге нет смысла ехать дальше, давай назад сдавай. Мы налево сейчас. Ну да, то есть относительно куда ты смотришь, налево. Интересно, тут зомби сбрасывают с этого. Смотрим. Угу. Вот тут можно очень много найти всяких штук. Да. Я, пожалуй, тут побегаю. Давай, я чуть дальше проеду. Ну, тут еще такая одна баги стоит.
Чё ты, Серёг, где? Дальше по дороге поехал. Там заскочил в одно. Трактор стоит. Вы его встречали? Да. Да, мотик влево тянет. Я, видимо, из-за колес, да? Да, видимо. Блокпост тут вообще. Круг какой-то, знак радиации. Что-то далеко там уехал. Какой-то деревня, такой мини-деревушка. Автобус стоит, палатка. А, я помню это место. Тут я первый раз заспавнился на ДТ-моде. Да. Хатанус, понял. У меня же есть карта. Ой. Так, Хатановск. Тут грешметки, да, работают? Да. Так, Хатановск. А на каком острове? А мы на правом. Угу. А ближе к чему? А, короче, ну, примерно... А, вот лепесток ориентирован. Нет, мы где-то, наверное, уже ближе к Севастополю. Понял? Мы даже, наверное, где-то там. А, вот, нашел Хатановск. Ну, если мы будем по этой дороге ехать до конца, потом свернем налево, через лепесток снова, потом направо. Ну, если хочешь, на другой остров. Не-не, я знаю, как проехать туда, но это долго сейчас надо ехать. Пипец, да не сказал бы долго, ну нормально, но недолго. Потому что дорога такая спокойная, то есть более-менее прямая, знаешь. Бля, зомби загрелся, короче, я поехал. Я пока тут лутаю. Давай, я пока проедусь. А в бой что найду, еще один трактор видел. Он сломанный. А, да, эти. Блин, на гору я все-таки хочу. Может, не, я поехал не на гору. Кто не рискует, тот не пьет шампан. А, ты хочешь все-таки это? Да, все-таки хочу поездить, посмотреть, что к чему. Ну, дабы на будущее, знаешь. Ну тут стандартный лут, в общем, ну, в плане того, что. Он спавнится на одних и тех же местах. Местах. Ну, на ДТ-моде, если так, я там находил вертушки неоднократно. Первое мое место. Помнишь, что ту Ми-17, которую я забрал? На ДТ-моде. Я нашел ее на Красной горе. Маленько спавн тут другой. Ну, все же. Да, потом гор много. Я не думаю, что это пространство стоит пустое. Тем к тому же оно пустое пространство. То есть идеальное место для спавна вертолета. Даже для той же цесты. Конечно, вполне вероятно, что уже на этот там летали и нашли. Так что тяжело там. Черная ворона на белом снегу. Это вода, да? Быстрее заканчивается, чем вода.
тут уже бегаешь как бы. Больше же пить хочешь, как бы это логично. Нифига. Второй раз бегу, уже лут совсем другой заспавнился. Экипаж, да? Но она, как сказать, я вот забегаю, да? Точки какие-то не заспавненные. Потом бежишь, короче, заново. Точки заспавниваются. Ну, то есть другие уже. То, что не прогрузилось первый раз. Бежишь маленько, побегаешь, второй раз уже, если ты туда подбегаешь, она уже точно заспавнивается. То есть не сразу как-то срабатывает. Пацаны, не бейте, не бейте, не бейте меня. Итого, два стекла, два колеса. Не густо. Две гранаты. Я где-то тут три хата нашел. Базу походу. Да, там они часто любители. Три хаты стоят на горе, бля. Почти на самой вершине. Да, там любители. И две тачки и какая-то газелька с пулеметом. Без колес, правда. Но в обе можно сесть.
посмотри там что по луту. А что не открывается? А. Снаряжение, пустой, хаммер, газелька. О! Тут уже пущенный топорик есть. Канистры три штуки. Две возьму. УЗИ, короче, с глушителем и СКС, но я не буду их. А, ты проехал, кстати, а вот и у вас. Ты я там видел бы, как ты я ехал. Тебе можно было вас собрать. Я вот даже не знаю, где ты сейчас. Я на вершине горы, почти на самой вершине. Которая слева, да, получается, от того, ну. Ну и чё, как ты? Это которая вот гора, где горка, да? Под горкой это получается. Примерно, да. И ты чё, на самом верху там? Угу. Ты забрался. Я тебе скажу больше, меня сейчас так несёт, как бы я бы не сдох. Я, у меня ты, просто камеру а ты спускаешься разрывает. С другой стороны или обратно? Обратно. А, давай, возвращайся. Настолько быстро, что я не могу даже сбросить скорость. Я да не бежишь. Вижу перед экрана. Это что там не умеет-то? Я значит, жму да. Тормоз, короче, у меня идет для бусин с КМ, прикинь. С тормозом считай. Mm-hmm. Нормально, да, я шел? Mm-hmm. Говорит, у меня сын Дия. Ну то есть дела. 120 еду. 25 скорость сбрасываю, после деревьев начинается. Я пока не слышу. А ты меня не услышишь, вас двигатель не поручит. Еду, короче, ты возле эсминца? Нигде. Ну да, да, я... Нет, ну я, в принципе, да, в той местности. Ой, деревья, ой. Я возле УАЗика стою. Сейчас будешь УАЗик собирать. Хотя я могу сейчас сам собрать. Чё, будем собирать УАЗик? Да. Окей. Так, как бы не врезаться. Так. Я, короче, две канистры там взял. Топорик взял. Топорик нужен был вроде, да? Угу. Теперь дорога хрен. Оо! Нифига кто заспавнился! Этот товарищ, короче, зомби, который, да, и попу ван или как вот, или... Сейчас я его буду топтать, этого подлюку. Угу. На колеса. А, ну. У эсминца прям. Лол, бля. Лодка на колеса. Где? Да я езжу тут, топчу. Я, короче, у воды прям у эсминца. Не куда? На дорогу? Нет. Ну да, на дорогу. Ну и там, короче, типа... Умирает, а? Все завалил. Охереть, ну-ка, в чем у него? Будь здоров. Чертеж героя второго уровня. И карта. Которая нафиг мне не нужна. Ну не очень, в общем. Там лут. Ну чё ты где? Они едут по дороге. Ты, видимо, сильно уехал. Походу. Я уже эсминец проехал, то есть обратно. Да.
Ладно, я сейчас. Хоть скажи примерно, в какую сторону. Ну, я строго еду обратно, то есть по дороге. Строго он едет обратно. Обратно, то бишь к тебе. Знаешь, как на Калгазе в Черне стоят эти? Такие, как бы, высокие, блядь, круглые хуйни. Тут поле из каких-то палок, блядь. Короче, ты вообще зря уехал от эсминца. Потому что, в принципе, я тут рядом с эсминцем нахожусь, повыше на горе. На дороге стою. Там еще есть такие бараки, которые непроходимые. Вот ты сейчас снова к эсминцу поеду. Едь давай. Это, вверх. Вверх, слышишь? То он тебя слышит. Выйти лучше, да? Ну ты на этом падении будет он на тебя. Ты куда-то уехал вообще за 5 километров. А, ты верт слышал? Да. Он над тобой пролетал? Да. Бля, он сейчас в мою только сторону летит, нормально? Ну, вот только-только надо мной пролетел. Вот оттуда лети-ка. Откуда он летит, тебе туда надо ехать. То есть я правильно ехал, не нужно. Там, значит, второй эсминец стоит дальше, слышишь? Угу. Там еще один эсминец. Бля, он прям так надо мной пролетел, я прям... Он же думал, кирпичи пора ложить. Да я думаю, он... Не агрится. Часа два уже сидит и только не писал. Я в город какой-то заехал, слышишь? Ну не в город, в деревушку. Ты в нее заезжал? Нет, я же тебе говорю, вот где я высадился, я там автобус нахожусь, помнишь? Я уже твой УАЗик сейчас убрал. Ваш трактор проезжает. Я пока не слышу. Вижу тебя. Ага, вот. Ты с той стороны все. Блин, а это... Вообще. Ну блин, я тут, знаешь, вот тут через дорогу останавливался. И не видел УАЗик я. Тут я слепой. Я вот здесь остановился, прикинь. Угу. Вот сюда подошел, посмотрел лут, блядь, и уехал. И не заметил УАЗик. На текстурке похожий, да, тем более, видишь, он такой убитый весь. О, бензин-то вообще нет. Что? А, это не мне, блин. Ты где койот нашел? Да. А, ну там вот где мы. Чёрт, герой левел 2. Да, это я вот из этого попа. Ну, не попа, а доктора Ивана. Что-то я всего постоянно его попом Иваном хочу. Ну, да. Так, походу тебе четвертое колесо надо поставить.
Ай, ты не то ставишь, блин. А? Отменяй. Я ничего не ставлю. Да не, я сам себе. Мысли вслух? Ну. Колесо не то поставил, которое надо. Но он какой-то, видишь, все равно побитый. Видимо, стекла надо еще поставить. Но стекол у меня нету. Нет, два есть. Ну надо еще два. Ну слышь, можно побегать там, найти стекла. Понял, да? Колеса оранжевые, остальное все зеленое. Бакшин. Ну. Поехали. Че, не поедем? Не побегаем? Поищем тех стекла. Там дальше тоже есть подтоки. Так тут самое место, вон узко. Тут он считает. Ну да, то не заспавнится. Ты давай туда направо. А я тут. В эти ангары, что ли? Ну да, да. Вот эти вот. А я в те дальние пойду. О, металлолом. То, что прям надо. Только что-то ты не берешь все металлолом. А сечему? Во. О, нашел тебе одно стекло. Я антибиотики нашел. Не то ты ищешь. Да блин, одни жестянки. И химсвет. О, еще нашел стекло. Везет. Подвело. Короче, они зря мусор нашли. Не бейте, пацаны, не бейте меня. О, блин. Еще одно колесо. Отлично просто. Ну что, все? Слушай, тебя моргает так периодически? Что моргает? Экран. Какой тональности? Просто вот так бр, моргнул. Да вроде нет. А, прикинь, у меня знаешь, что сделалось? У меня стало 2400. Humanity. Поэтому моргает. А за счет чего у тебя 2000? А зомби убиваешь, короче, за них дается. Humanity, ну, может, падает? Еще... Нет, наоборот, прибавляется. А, ты кого-то убил, что ли? Зомби. Ну я... Вообще же тут играл. Не, масленка 3. Я не видел. Да, убивал я масленка. У меня поднимается. Ну у меня, прикинь, я убил двоих, да? Ну, короче, оно у меня все равно как-то поднялось. Не знаю почему. Притом ну, резко. Вейзи раньше тоже сама поднималась. У меня было У меня было минус 1600, да? Я, короче, возле тачек. Я тоже бегу. Я, кстати, понял, почему моргает. Я перегружен. Ебать ты лох. Угу.
Да. На тебя зомби загрелся? Да-да. Да, моргает из-за того, что перегружил. Все понятно. Будем знать. Я упал, слышь, чё? Спаси мне. Пиздец, я в коматозе. Жрут, вот это убей. Бля. У меня какие-то неубиваемые, блядь. Мы только падаем. Меня жрут, меня сейчас сдохну. Да я убил всех. Давай быстрее кровь перелей. Погоди, блядь, связать выжившего. А где перебинтовать на? Ну, я не течу, не теку. Фу, блядь. Я тебя спас, ты обязан мне своей норой, блядь. Прикинь, чё, куда ты ползёшь-то? Не знаю, куда ты ползёшь. Есть кровь? Нету, нахуй, откуда, блядь. Могу более утоляющее сейчас отдать. Не, не надо. Сейчас, погоди. Посмотрю. В машине есть кровь. Есть, возьми кровь в машине. Одно. Кого там стреляешь? Да, зомбака. Давай, переливай. Хорош, хорош, хорош. Иди сюда, мой нигер. Все, не двигайся. Угу. Замри, нига. А я. Готово, дед. Спасибо. Короче, сейчас в туалет по-быстрому поссать. Давай. Уважаемый, чего вы мне стекла не запилили? А я тут это выкладываю, всякое говно не нужно. А, ну давай то сейчас я возьму, починю. Угу. Так, стекло. Ой. Блин, наложили всякого. Хрена. Согласен. Не нужно вообще. Зачем он ГП-20? Я вообще никогда, знаешь, патроны не складирую. Я лишь беру то, что мне нужно. Ну, то, что мне пригодится. Все правильно. А то многие, знаешь, берут, а вось пригодится. Да нахуй оно нужно мне, блядь. Угу. Сольешься, но. ЗЗ-550, зачем тоже нафиг? Всё, тупо. Во, целый УАЗик, слышь? Олег. Ну чё, восстановился, да? Да, прям как целочка, нахуй, только с магазина. Но. Как с завода. Я так и понял, что тут с этими, со стёклами такая это хрень. Это как в Дейзи, понял, в обычном. Бах, нахуй. Банальщина, ребят, да. Угу. Банальные баги, которые как в Дейзи, то есть точки спавна лута, ебать, с машинами.
Это в епочи в этом, бля, как-то вот, ну, в данном стиле как-то более продумано, что ли. Хотя даже, блин, знаешь, как-то, мне кажется, судя по зомбям, да, как-то в епочи намного сложнее, особенно вот на чернорашке у нас. Так мы там, естественно, повыкручивали. Не просто так. Салпак, короче, в принципе. Кстати, ты так не ответил на вопрос, что там на чернорашке, FPS нормальный? Ну, да, я вроде установил его. Ты там это как он, ну не пещеру, а базу в Черногорске не удалял? В пригородках? Не знаю, какая, что за база? Ну там такой мини-замок одноэтажный. Бу-бу-бу, не знаю. Там такое одноэтажное здание из камня и башня такая в нем. Нет, я точно не удалял. Может, я строил для этих, для кепок, понял? Типа прибежище. Ну, то есть, то кепка спавнится в том районе, там, и часа спавнится, там, забежал, я, ну, коробки поставил, там, с едой, медикаментами, такой. Я в пещеру удалил. Ну, в смысле, там, да. Да, пора, блядь, нахуй она нужна. Там сильно много объектов, да и для чего вообще никто не использует. Я вон стоит в углу, блядь, из которой я вылезти не мог. Че, погнали? Ну да, можно, я с тобой. Надо по вырику где-то мне место найти, да я спать пойду. То мне уже третий час. Я знаю где. Давай подумаем. Я за что думать, я знаю где. Давай. Если там, конечно, не занят. Конечно, оттуда телепат сейчас. Ну давай, иди тогда. Сейчас. Метку поставлю. Так, где-то тут, да, нашел. Ох, а чё меня выкинуло, блядь? Нормально, картошка. 6 км, поехали. Надеюсь, там подальше от этих, от места спавна. Мы на Демоне там. Ну, примерно, скажи, с чем рядом. С Новым Бором. Целебор. Не, это рядом, короче. Ну давай тогда. Катановск, так. Там все. Сейчас эти где? Кеп... Катановск, да? Да. Сейчас. Тут, в принципе. Мартин, там как тебе? Можно. Там вот где береза. Да, поехали. Вот, да. Аккуратней. Угу. Хера, она подпрыгнула. Без оружия нормально идти? Без чего? Ну, по траве, без оружия. Да, 37. Пойдет. Видишь, как я курс держу? Угу. Ну, да я знаю, я метку поставил. По-моему, ты пошустрее едешь. Ну да. Ну как на дорогу выйду, я остановлюсь на тебя. Ну ты напылил. А тут сейчас спуск пройдет, 100 метров проедешь, спуск пойдет с горы. Нормально поедешь. Я 60 еду. О, фака. Врезался? Да тут не прошел. Высокая. Подожди. Я, короче, тормознул. У меня тут ЧП случилось. Непредвиденное.
вертолет летит. Окей. Ты вылези. Да я вылез. Он где-то вдалеке летел. Прям над моей башкой почти прошел. Так, что тут? Фуил. Фуил на. Ладно, потом, наверное. Сильно, короче, калечится вот эта машина. Лучше бы, наверное, Урал. Так, я на дорогу выехал. Ты сильно уехал далеко? Нет. Я возле моря. Видимо, да. Я могу тебе чисто гордо сказать, куда ехать. Да я еду вроде туда. Вообще это хата, короче. Ну мы на эту березу, да, едем? Какую березу? Ну, Мартин. Форд 168, 108. А, да, вон куда. Ну, я, в принципе, правильно. Полтора мне осталось. Мне 800. Мы здесь лутали, да? Да, мы сюда приезжали. Ну, 500 метров. Бляха-муха, тут не лучше не это, не делать базу. А кто говорит про базу? Ну, я имею в виду не оставлять машины. Почему? Надо где-то повыше. Потому что тут единственные казармы на сервере. Мы выше делаем.
Ну я повыше поеду. Ну я еду прямо на твои форы, которые ты сказал. Какой-то ящик. Что за ящик? Схрон, что ли? А что у него? Это просто текстур. Просто в земле какие-то ящики, блядь, накрытые сетками. На их лутать нельзя. Ты меня слышишь? Да. А, нет. Тут тачка чья-то стоит. И не одна, а две. Ванны, там? Короче. Две ванны. Тебя слышу. Скажи, где? А, для тебя вроде правее, если не ошибаюсь. Ну, такие белые стены увидишь, ебать. Я внутри этого замка. А, да, внутри. Ну, я вот уже подъехал. Ну, вход с другой стороны. Да тут как-то не очень, наверное, оставлять. Да нормально не сцы. Не, я думал, где-то в другом месте. А чё тебе тачки, что ли, жалко? Да кого-то там тачка. Ой, ты как будто не поиграешь. Ну так вот именно. Выпачи-то похер на лут, а тут. И чё там есть что-нибудь машина? Ну канистра была, я канистру только взял. Колеса снять можешь? Уже нет. Ладно, я поеду, короче, подальше. Оставлю. Че тут елок, блядь, нету-то? Вообще елок нету. А я в башне выйду.